Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Сегодня, значит, многие задают вопросы, как и почему не работает Спинтайрес у них, пиратка, да? Вот, скачивайте, значит, ссылочка на игру будет под видео на канале, также в группе у меня Спинтайрес Драйвер 51 Рус. Можете проходить сюда, ребята, смотреть здесь что-то. Также заходить в раздел ссылки, здесь можете смотреть и канал, и ссылки на игру, на старую, на новую версию игры, на различные полигоны, на программки для записи видео с экрана, вот, например, которым я пишу, да, все это можете найти здесь, или, например, где-то под каким-то постом, ребята, могут быть ссылочки, смотрите, лазите везде, смотрите, то есть может быть где-то какой-то мод, и ссылки тут на каналы, значит, на все, на программки, чтобы играть с модами, с картами, полигоны, синхронизации света, все, короче, все, что нужно, можете найти, ребята, здесь. Также можете зайти, например, на ST Mods, вот он, stmod.ru. Значит, тут есть моды для Спинтайреса, Евротрака, и фермы и всего остального. Заходите, тут, ребята, можно скачивать карты, писать комментарии, значит, карты, моды, машины, то есть трактора, все что угодно, то есть смотрите, что есть, все интересное для Спинтайреса вы найдете тут, ребята. То есть заходите, качайте объекты, делайте карты, все, что хотите, все можете сделать, значит. Все здесь присутствует, также присутствуют, ребят, мои доработки, то есть можете зайти сюда, также зайти отсюда сразу, партнером сайта, значит, есть моя группа, нажимайте на нее, попадайте в группу, да, подписывайтесь, например. Также можете посмотреть только мои доработки, например, нажав на меня вот здесь, на Драйвер 51 Рус, и вы увидите тут все мои доработочки, которые интересны кому-то. Все доработки имеют синхронизацию света, то есть в мультиплеере будете, ребята, видеть все это дело, все будете видеть, как светятся фары у вас друг у друга, значит. Вот так, значит, поэтому мы разобрались, да. Скачивайте, ребята, архив, можете запускать сразу отсюда. Архивчик у нас от Дариуса, кстати, вот. Спасибо ему огромное, что он сделал. Значит, через сетап Спинтайрес экзешник можете запустить, да? Или можете распаковать. Извлекаем. Вот у нас папочка извлечения. Значит, заходим сюда. Можно также здесь запустить тот же самый экзешник. Нажимайте «Далее». Ну, я уже тут создавал просто папку, видите, у меня тут указываете путь папки с игрой, где она будет, то есть у меня она будет на диске E, Спинтайрес, тест. Это я уже писал до этого, просто уже не первый раз обзор записываю. Вот. Это будет путь папочки с игрой. Нажимаете «Далее». Это вам не надо, это для меню «Пуск», если вы хотите, чтобы она там была. Но мне она не надо, я не ставлю галочку. Тут оставляйте все так же. Нажмите «Далее». Это создать ярлык на рабочем столе или нет, ваше дело, как бы. Можете создавать, можете нет. Значит, и нажимаете «Далее» и «Установить». Устанавливается она быстро. Требования у нее не очень, скажем так, мощные, такие средненькие. Все, игра у нас, ребят, установлена. Завершить. Это мы закрываем. Обязательно всем скажу еще раз. Steam. Steam для игры нужен Steam, ребята. Вот он, видите, как пишется Steam, вот этот вот. Если у вас Steam не запущен, еще раз повторяюсь, вот, можете зайти сюда, пишите скачать Steam, да, Steam с официального сайта на русском языке, нажимаете, поисковичок у вас сразу выдает, сразу верхнюю берите вот эту штучку,
загрузить Steam, установить Steam. Нажимаете, он вас скачиваете, скачивается, регистрируйтесь обязательно, обязательно регистрируйтесь, запускайте Steam, чтобы он у вас работал в трее. Вот он запущен у меня, да? Вы его запускаете, потом, ребята, так, устанавливаете игру. Игра уже установлена у меня, вот диск C, да, вот она, тест. Отправлю я ее в папку на рабочий стол. Закрываю. Так, вот она. Открываю папочку с игрой. Пожалуйста, вот. Папка с игрой. Вот это, ребята, называется корневая папка с игрой. Значит, вот тут папочка медиа. Можете удалить все отсюда, чтобы она у вас была чистая. Так. Делайте полную чистку всегда, постоянно делайте полную чистку кэша. Поиграли, почистили. Мод поставили, поиграли, почистили. Не забывайте об этом. Давайте попробуем ее запустить. Ну все, ребята, она запустилась. Выставляем русский язык. Заходим там в настройки, какие вам надо. Убираете вот эту галочку. F12 кнопочкой делается скриншот игры рабочего стола, да, нажимаем применить, можем зайти на полигон, покататься здесь, например, да, едет, да, или, например, создать какую-нибудь другую там машинку, я не знаю, 66 газ, пожалуйста, добавить, можно поехать на нем. Ремонтные части, на нем покататься. Вот, выходим в главное меню, игра, в одиночной игре, ребята, вот, пожалуйста, у вас присутствует карты, да, сетевая игра, ничего не найдено, обновить, ничего, ребят, не находит он. Создаем комнату, например, выбираем любую карту, давайте вот выберем наводнение. Тут можно выбрать моды, на которых вы поедете. Да, вот люди присоединились. Тут изменяем. Давайте на шишигу. Или что там было, КамАЗ 65-20, да? Вот это был КамАЗ. И здесь был 45-20. Все, люди готовы, присоединились. Можно поставить симулятор, можно аркаду. И начинаем игру. Вот, появился я, и сейчас должны присоединиться люди, которые, вот они присоединились, и поехали мы в мультиплеере, ребята, кататься на модах, ой, не на модах, а не так, на автомобилях, можно пересесть, например, на КамАЗах. Все, люди в Москву, и погнали месить, как говорится, грязь, возить дрова и так далее. Все, ребят, работает, мультиплеер, без проблем. Давайте сделаем или вернем команду, скрываю, а так все просто. Команда не переворачивается. Нет, что-то дружок не может использовать. Здесь читом является только автомобиль какой-нибудь супер проходимый. Вот. Также можете, ребят, писать сообщения, можете разговаривать по скайпу, я не знаю. И играть вместе, блин, не перевернуть команду, смотрите, да, и все, выходим, ребята, все, ребята, работает, поиграли, почистили кэш, все отличненько, все, как говорится, best of the best, все, закрываем игру, как устанавливать Pinterest, я вам показал, да, моды, ребята, надо записывать, вот папочку медиа, то есть, кому интересно, берем, ну вот, например, скачанный ДТ, да, я беру ДТшку,
тут у него для гусениц обязательно присутствует. Вот копировать вот эти три файла. Это в корневую папку с игрой мы вставляем. Вот они. Вставляем сюда, да? И сам мод, сам трактор копируем. Вставляем папочку медиа. Если вы собираетесь на этих модах играть в мультиплеере с друзьями, то у вас должно установлено быть все одинаково. Чистим кэш, запускаем игру. И все. И сейчас мы поедем. Можно даже создать мультиплеер, но у людей просто нет данного мода. Чтобы играть, ребята, с картами, с другими, не с дефолтными, обязательно убирайте вот эти галочки. Вот это я одно могу сказать. Если вы их не уберете, карты у вас работать не будут в мультиплеере. В одиночной они будут работать, а в сетевой не будут. Так что с друзьями обязательно будете играть. Убирайте вот здесь на других картах и с модами, убирайте здесь галочки. Создаем комнату. Выбираем любую игру. Например, широкую реку. Сюда я могу поставить, например, тракторок. Давайте поставим желтенький. Вот кто-то присоединился. Сеня Дудкин. Вот. И все. В принципе, сейчас вот еще кто-то. Видите, сразу пишут. Пишут сообщение. Ну, что-то не сильно тут кто-то присоединяется. Я смотрел твое видео. Так что вот, Сеня, попадешь видео рассмотрел, значит, как устанавливать карты, как установить Pentiris, как установить моды. Сеня у нас попадет на тот самый, на видео обзор, да? Ставите один. Так как у Сени нету трактора, Сеня у нас едет на Сушиге. Я, ребята, если у вас с друзьями установлен трактор один и тот же, ну что за машина? Так. То есть вот, ребята, тут можно переписываться, также можно списаться, договориться, чтобы разговаривать по скайпу во время игры. То есть без проблем все это, ребята. Устанавливайте всю лабуду и погнали, как говорится. То есть данный мод трактор еще версии 2 я скоро выложу, наверное. Когда делаю. Вот. И все. Можно мчаться тут, ребята, с друзьями. Кстати, на тракторе у меня будет стоять синхронизация света. Рабочие гусли. Обязательно не забывайте три файла от трактора вставлять в корневую папку с игрой. Это вот Pentiris Plus. Деволелка там какая-то, еще какой-то бар какой-то. Все забываю. Иначе разбухли работать не будет. Так что имейте в виду. Вот такая будет, ребята, доработочка. Доработать тогда с трактора.
гоняет у нас на шашине. Если бы у него стоял такой же трактор, как у меня, то он бы тоже ездил на тракторе, и этот трактор я бы ездил. Поэтому идет такие пироги. Он запустил мысль. Старайтесь на тракторе. Все. Game over. Упал. Так, смогу я восстановиться в гараже? Наверное, да. Ух, сейчас будет долго думать. Ёлки-палы. Проблема с этими восстановлениями в гараже. Почему-то тут сейчас у меня. Вот. Ну что ты так долго думаешь-то, ёлки-палки. Вот, поэтому, ребята, все устанавливается. Обязательно ставьте одинаковые карты и моды на... В игру запихиваете в папку медиа. Снимайте галочки, не забывайте. Если не снимете галочки, когда создаете игру, значит, то у вас ничего не получится. Надо, чтобы все одинаково стояло. И все у вас будет тогда офигенно работать. Вон даже мотор тут есть, смотрите. Сейчас мы попробуем поднять трактор. Отправительно, как чугунный мост. Не, вообще не вариант. Так, можем пересесть обратно на трактор. Попробовать, может, тут он зацепится за что-то. Да, зацепился. Короче, все, труба. Трактор весь тут сидит. Прицеп, черт возьми, мешает. Вот, ребята, и все, и по большому счету все, и, ребята, игра работает. Поиграли, мод, ребята, из папочки медиа вытащили. Также, если установлены карты, все вытаскиваете, папочка у вас медиа пуста, чистите кэш, все без вопросов, игра рабочая. Все запускается, все ставится. Не забывайте, что игра не будет работать, если у вас не запущен, установленный и зарегистрированный Steam. Если Steam не стоит и не зарегистрирован, и тем более не стоит, и тем более не запущен, то игра запускаться не будет. Поэтому ставьте, устанавливайте, скачивайте Steam, регистрируйтесь, запускайте, а потом запускайте игру. Чистите кэш постоянно. И все у вас будет, как говорится, окей. Все будет хорошо. Значит, вот. Поэтому проходите, ребята. Будут ссылочки на группу, ссылочки на канал. Как только в группе наберется 2000 участников, значит, будет розыгрыш лицензионной игры Battlefield Company 2. Значит, как только на канале наберется 2000 человек, будет разыграна игра. Возможно, Spintyrus, возможно, NFS-ка, возможно, Dirt, возможно, что-то еще, может, GTS. То есть мониторьте все, ребята, в группе и на канале. В основном я это все говорю на видосах, как бы в группе могу не указывать, пока не произойдет розыгрыш. А когда произойдет розыгрыш, уже те, кто до этого ставили там лайки, были активны на канале и в группе, ребята, те имеют большее преимущество, потому что они смотрят видео, а обычно я говорю все это в самом конце видео, а потом, может быть, где-то в середине. И поэтому, кто смотрит видосы, ребята, до конца, в основном или полностью, те в курсе событий, потому что нету времени у меня в группе там что-то иной раз там делать посты по поводу розыгрыша. Это обычно происходит перед самым розыгрышем, и поэтому смотрите видео, сразу говорю. Смотрите видео в курсе всех событий, потому что о видео я говорю о всех розыгрышах, да, а как бы в группе я могу только так чуть-чуть уже перед самим розыгрышем что-то выкинуть, но опять же, когда произойдет уже розыгрыш, кто-то там наставил 1 000 000 лайков, потому что он смотрит видео и в курсе событий, а те, кто просто сидят в группе и не смотрят видео или смотрят 2 секундочки буквально, те не знают, и поэтому те будут, естественно, в пролете. Поэтому смотрите видосы, ребята, всем советую. Вот. По поводу установки, значит, пиратки, я вам показал, все работает, все запускается, как запускается, куда запихивать моды, куда запихивать карты,
также в эту папочку медиа, значит, записывайте. Вот. Также смотрите видео, там много интересного на канале по видосам, как бы есть очень многие интересные информации, там, где даже я моды записываю, чтобы посмотреть, как все это дело записывается и куда записывается. Так что имейте в виду, смотрите видео, мониторьте все в видео. В основном все это я по поводу розыгрышей, по поводу что куда делать и как что сувать. В основном в игре, например, те же самые моды, карты и что-то, какие-то нюансы, да, и розыгрыши, это все по видосу, ребята. Все там. Так что вот, всем удачки. С вами был Драйвер51Рус. Подписывайтесь в группу, на канал, делитесь видео, ставьте лайки. Будьте активней. Всех с прошедшими праздничками, с наступающими праздничками. Всем здоровья, мирного неба над головой. Любви, счастья, удачи, успехов, бабла, кучу детей, послушных да побольше. Так что вот, ребята, с вами был Драйвер51Рус. Всем удачи, всем пока. Будьте счастливы.